Судомойку не выдержит? Почему? Выдержит. Конечно. Да, сейчас вот там надо брать банку. Обязательно, не, конечно. Художественное изделие «Длинный клинок», автор Куйунов Гаджер Батанович, Республика Дагестан, Сабля Кубачи. Сабля Кубачи. Это ты? Такой молодой? Поздравляю тебя. Ставка, то есть, первое место в длинном клинке. Абдуллаев Арсен Абдуллаевич, Республика Дагестан, Махачкала, кинжал Кубачинский. Парни с Кавказа в этот раз нас порадовали. Еще что? Откажешь? Это не наши оценки, это высокая комиссия. А их? Их. Какой им говоришь. Третье место. Номинация фэнтези. Наживая мастерская медведь, Фосфа. Дмитрий Александрович Головец. Композиция «Дух леса». Блин, я сейчас просто. Второе место в номинации фэнтези. Евгений Владимирович Полнадий, город Сочи. Нож хищник. Номинация «Национальный нож». Третье место. Олесов Альберт Афанасьевич. Саха Якутия, якутский Дамаск. Второе место. Абдуллаев Арсен Абдуллаевич. Нож Абдуллаевский. По фантасту. Нескромно назвал свою фамилию. И первое место. Производство предприятия «Кизля», которому мы в этом году празднуем 20-летие. Республика Дагестан, город Кизля. Тимуру Гаджи Мухаметову, настольная композиция «Джамбия». Молодец. Молодцы, ребята. Вас это в фильме. Но удивляют и восхищают. Молодец. Уже поздно. Номинация «Иное». Иногда конкурсная комиссия задумывается, как назвать